Чеснок часто называют одним из самых полезных продуктов для здоровья, и не зря. Его целебные свойства изучены наукой и хорошо известны медикам. Диетолог Светлана Фус напомнила, почему в сезон болезней важно включать чеснок в рацион питания. Помогает противостоять гриппу. Чеснок во время эпидемии незаменим, так как обладает сильными противовирусными свойствами. Чеснок – один из лучших в природе источников фитонцидов, веществ, уничтожающих патогены. Кроме этого, чеснок содержит витамин С, который работает как барьер против вирусов, защищая слизистые оболочки. Полезен для сердца. За счет воздействия активных биокомпонентов чеснока активизируется кровоток и снижается количество холестериновых бляшек в сосудах, что, в свою очередь, нивелирует риски развития заболеваний сердца. Есть основания считать, что чеснок – один из лучших для предотвращения развития болезней сердца у людей с диабетом. Улучшает внешний вид. По словам ФУС, чеснок богат витаминами и минералами, например, в нем содержатся витамины группы В, необходимые для густоты волос и здорового вида кожи. Действует как пробиотик. Чеснок – один из лучших активаторов пробиотиков, которые содержатся в других продуктах. Добавляя его к другим продуктам, таким как йогурт, можно обеспечить себе здоровое пищеварение. Главное свойство пробиотиков – содействие росту полезных бактерий в кишечнике. Здоровая микрофлора, как показывают последние исследования, влияет на весь организм, включая мозг. Защищает от рака. Чеснок содержит много антиоксидантов, которые защищают клетки организма от повреждения свободными радикалами. В частности, в нем есть такие вещества, как аллицин и аллилсульфиды. Они обладают свойством воздействовать на токсичные онкогенные компоненты и способствующие их выведению. Уважаемый друг, не забудь поставить лайк и поделиться этим советом со своими друзьями, а также подписаться и прокомментировать. До встречи в новом видео!